Иногда в жизни случаются события, которые диктуют нам дальнейшие действия. Так случилось и у меня. Я потеряла дорогого сердцу человека, родного мне человека, папину супругу. Она не справилась с ковидом. 2 недели она боролась, но сердце не выдержало. Я мчалась в аэропорт, не имея на руках билета. Поисковая система выдавала такие цены на вылет. За эти деньги можно было слетать вдвоем отдохнуть. А тут перелет в один конец. Москва-Владивосток. Но за 5 минут до аэропорта в аэроэкспрессе выпадает 1 билет. Вылет через 1.5 часа. Цена реальная. Я быстро оформляю билет, и я успела. Сдав багаж, получив посадочный талон, на глаза у меня навернулись слезы. Я все-таки лечу. У меня получилось. У меня получится попрощаться и проводить в последний путь мою Зою. Женщина, которая мне очень помогла когда-то. Женщина, которая приняла меня как родную дочь. Я не была в Приморье 8 лет. Больницы, операции, восстановление. И я каждый год откладывала свою поездку на потом. И вот это потом случилось. Но не так, как я хотела. Этот ролик я посвящаю родным мне людям. Папе, которого не стало 9 лет назад, и его супруге Зое. Я благодарна им за все. Они навсегда останутся в моем сердце и в моей памяти. Возможно, это мой последний визит. Но я здесь. Я прилетела.